iPhone 7 жестко протестировали на водонепроницаемость. Американская команда фанатов Apple заставила смартфон больше 7 часов работать в воде, и он справился. Во время теста аппарат исправно работал, на нем был запущен секундомер. Он ловил Wi-Fi и сотовую сеть. Более того, через 6,5 часов проверки у iPhone стала разряжаться батарея. Тогда авторы эксперимента ненадолго достали аппарат из воды, капнули в порт зарядки изопропиловый спирт, продули его и вставили кабель. И iPhone еще целый час заряжался. Кстати, все эти действия команда проводила в прямом эфире на YouTube. За трансляцией следили тысячи людей. В итоге тест прекратили лишь через 8 часов, и то потому, что YouTube не дает возможности проводить трансляции дольше этого времени. Вообще, по бумагам iPhone 7 обеспечен защитой по стандарту IP67. Это значит, что он должен работать на глубине до метра в течение получаса. Аппарат продержался 15 раз дольше. Но не нужно пытаться повторять этот эксперимент дома. Apple просит покупателей как минимум 5 часов сушить устройство после того, как его достали из воды. Кстати, в России новые iPhone появятся в продаже с 23 сентября.